Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков побывал с рабочим визитом в редакции Одинцовского телевидения. Он вручил наиболее отличившимся сотрудникам грамоты регионального парламента и подчеркнул значимость работы, которую ведет телекомпания. Позвольте выразить вам признательность и благодарность за ту работу, которую вы делаете на территории Одинцовского муниципального района, уже городского округа. И с учетом того, что округ расширяется, работа у вас прибавится, потребуется еще больше, так сказать, ответственности, больше ваша работа будет более значимой и станет более профессиональной. Поэтому я хочу вам от души пожелать новых побед, новых достижений. Грамоту, предназначенную для всего большого коллектива ТРК «Одинцово», из рук депутата получил генеральный директор предприятия Евгений Федоров. Обязуемся не подвести, наказ исполнить. Будем гарантированно идти к успеху. Спасибо большое. А вот ТРК «Одинцово» – ведущий оператор кабельного и цифрового телевидения Одинцовского городского округа. Среди его зрителей – более 300 тысяч жителей нашего муниципалитета. Отлично.